Я сегодня представляю свою коллекцию футболок и свитшотов, которые были вдохновлены статьей Сьюзи Менкинс, вы, наверное, все с ней знакомы. Вот, все фразы, которые написаны на футболках и свитшотах, они используются очень часто на фэшн-виках. Я лично сама не слышала, например, на Кросси Лекс всегда говорят перед показом, уберите ноги фотографу людям, которые сидят в первом ряду. И все фэшн-инсайдеры, которых мы встретили, они все очень хорошо отозвались про эти футболки и свитшоты. Каждый из них внес какую-то свою фразу. Очень многих одевали на фэшн-виках. Самая актуальная надпись, конечно же, я не раздаю интервью, и это интервью тому лишнее доказательство. Совершенно не хочется его давать. Моя любимая, конечно же, Uncross Your Legs. Ну, во-первых, это очень, скажем так, на меня похожая фраза. Вот. А во-вторых, она во многих жизненных ситуациях, мне кажется, уместна. Мне нравится очень эта надпись, потому что, наверное, она, ну, относительно ситуации, которая движется, это на показы, очень актуальна. Очень много наших клиентов просят первый ряд, и, как правило, это конфликты, скажем так, мягко. Почему-то она актуальна для меня. Мы взяли за основу кино, какие-то backstage scenes, и уже обыгрывали вот этот момент происходящего возле или в машине. И каждый месяц хотели сделать на новый лад, то есть чтобы это не было каким-то каталогом, который чувствовался, что он снят в один день и одним человеком. Хотелось, чтобы каждый кадр каждого месяца был чем-то особенным, чем-то отдельным и со своим собственным настроением.